Путешествие и игровая приставка за фото. Получить ценные призы за селфи на избирательном участке сможет любой студент. Для этого нужно выложить фото в социальной сети Instagram с хэштегами «Выборы селфи» и «63». Организаторы уверяют, конкурс пойдет только на пользу. Цель, она абсолютно ясная, прописанная в положении, это повышение электоральной активности у молодежи города Самары и Самарской области в целом. Но конкурс – лишь приятное поощрение для молодых с активной гражданской позицией. Главное – прийти на выборы и проголосовать. Я считаю, что выборы – это наш гражданский долг, и именно 18 числа мы сможем определить нашу судьбу, наш спектр развития. Фотография может быть любой, главное – не с бюллетенем. Тайна личного выбора не должна быть нарушена. Тогда проблем с участием в конкурсе не будет. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.